Всем привет, с вами Андрей Чент и Вэл. Всем привет, друзья. Чё вы, как вы? Напишите в комментариях. Я ж ваш настрой, и чекали вы на наступной серии цієї эпичной игры. Валера переносил каждый раз встречу, то у него срачка, то у него какие-то встречи, то еще что-то. В когось видео мает выходить на основном канале, на канале Вэл. На канале Вэл 2, и встречи с молодятами. Весілля, на секундочку. Угу. Ну все, ты все, все, все. Ні. Вообще-то да. Да, просто очень, я это скрываю. Просто моя свадьба стоит очень дорого. Потому не веду. Кто мріяв би, щоб ми вам разом з Чендом провели весілля, напишіть в коментарях. Можливо, ваша мрія коли-небудь здійсниться. Правда, Андрій? Ну, если вы очень богаты. И счастливы. Наша вам... Зачем вам вообще свадьба от Ченда, да? Согласен. Давай, поэтому проводите с нами круто время. Мы сейчас начинаем часы с кукушкой. Проверим свою так. Кукушку. Давай. Так. Понеслась. Полетели. Полетели. Давай, наживай. Готово. Все. Готово. Итак. Закончили мы на Хогвартсе. Мы закончили там, что такое вот чудесный город. Мы проталкиваем нашу любовь. И поехали. Так, дай вспомню, что надо делать. Оп, о. Вот тут колокол. Так, подожди, колокол. Я уже позабывал, что нужно. Ага, все, вспомнил. Думаю, что мы умеем робити, да? Да. Так, вот, что-то я открыл. Я знаю, что умею? Я умею, значит... Подожди, там что-то стоит за колоколом. А что там за колоколом? Видишь, кнопка какая-то или что это? Кнопка якась. Я, мабуть, маю... Нажми ее. Ага. А і, теперь там. Тут бачиш, тут два цих шлагбауми. Треба згадати, як нам треба скористатись нашими суперсилами. У тебя этот копію вызывати. А, тоді я стою тут, правильно, мабуть. Ти нажимаєш там. І що? А ти якось мав би цей колокол підняти, значить. Так я його підняв. Все, ты должен быстренько точно. Нажать, тут переместиться, бык-бык. Да, 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 точно. Телепортнись. И еще раз нажимай. А я не ты дрейть, блин. А чем телепортироваться? А, сгадал все. Валера, вот этот случай, когда ты долго не играешь. Колокол, вот это... Я тримаю это, вот, поэтому все, я за то, что когда все, начинаешь играть, нужно сразу врываться в игру. Усы стоит, думает что-то. О. Побігли, чого ти чекаєш, Андрій? Скільки тебе можна чекати взагалі в шоці? Так. О, тут якась дискотека. Ой, нічого себе. Що ти там, що з тобою? А зачем это? Це просто батут. А, ну ладно, я думав, це какой-то смысл є в этом. А, ладно, так. Такий же смысл, як і в наших спільних записах. Розваги. Так, так, подожди, куди ми їдемо? Ага, вот сюди. Чего они стоят? Что мне нравится? Что вы хотите? Прикольно. Ага, вот там какое-то время. Тихо, я что-то кручу. Дождь пошел. Ага, надо, чтобы ты... Этот, мы должны потушить огонь. Ой, бачу, в данный момент я занятый. Огонь надо потушить, я говорю. У меня немає настроя. Я катаюсь. Вау, а что это такое? Тут что-то насрано в кутку. А, нет, это лисица. Колокол ударь. Не знаю зачем. Давай, это надо тушить, блин, стыд бегать он там. Тут огонь. Там пожежа, Андрей. Давай. Ты что, не разумеешь еще? Я не могу тушить без тебя. Угу. Да пошел ты, все. Игра окончена, всем спасибо за просмотр, всем пока. Давай, что делать будем? Валера, внедряйся давай. Слушай, что на такие паники? Я прокинулся 10 минут назад. Щось. Это твои проблемы, 4 часа чё это. Давай, я говорю. О, там кнопка есть, иди сюда, смотри. На вогнище. Давай, вон. Чего ты сюда выпарься? Давай, говорю, залазь туда. Ну и что дали? Запрыгни туда на платформу, ядрить Мадрид, ты замахал. Нажимай кнопочку. Чуть-чуть в сторону. Вот, блин, тихо, дождь пошел. Ой-ой-ой. Дождь, дождь. Мы потушим это все. А, да еще как-то быстренько это все сделать, подожди. А, не, одно потухло. А, подожди. А что оно не опускается? Давай, спускай. Оно не опускается, ты что там ломаешь?
Оце тупить в игру, він не включається. Тихо. О. Капец. Все, є контакт. Так. Я за малиха еду. О. Скейтбордисты. Так. Ага. Ага. Оу. О. О, угу. Ага. О, я зато перебрался. Так, а что здесь за... Ага, тут что-то можно пере... Это... Въедрить-мадрить. Там стоит какой-то... Часовой механизм. Что он дает? А зачем? Это, наверное, когда опустим мост, чтобы зафиксировать его. Чтобы его зафиксировать, да. Теперь только треба разобраться, как его опустить. Блін, насправді прикольний рівень. Я думаю, що тут багато внутрішків різних є. Треба буде потім по ньому трішки побродити. От ти любитель того, то це бродити, да, да? Це я взагалі, я чисто сюжетку в основному стараюсь. Ти чисто цей спідран, да? Швиденько. Ну, не прям, щоб аж швидко, ну так сюжеточка. Оце у чувака сенс життя. Тупо рубати ялинку, яка назад виростає. Блін, ще так. Мене прибило. А що нужно делать? Подожди, а от яка кнопка? Дивись, тут ось якийсь чувак. Що нажав? Що нажав? А ну, ще раз. А, ти спустив половину мосту, значить десь половину ще треба спустити. А вон з другої сторони. З другої сторони, іди сюди, на ту сторону йди. Ко мені. А, назад треба повернутися? Ко мені, да. Давай. Давай, ко мені. На другу сторону, видиш там далі, в другому кінці. На другому кінці. Бачу. Давай, раз, два, три. Так. Блін. А, все, я зрозумів, що треба робити. Мені надо... Так, ти ще раз, туди, раз. Іди туди, до тих годинників. Не а я умнічай. Сам раз, тебе. Давай, двоєм тут треба. Раз. Угу. А, навіть ти сюди йди. Ти на тот іди, я на тот стану. Іди сюди. А що це дасть? От, іди, говорю. Давай, раз, два, три. Та почекай, да я не встиг вистрибнути, що в тебе за срачка сьогодні така. Почекай. Раз, два, три. А чо, блін, не захватило оно? Подожди. А тепер стань там на тих годинниках, де ти готовий там робити свою ту херобору, і стій. Ах ти жук, ну давай. Подожди. Та що ти будеш делать? Та, как... Я нажимаю захватиться, Да, да, Андрій, по времени, да. А оно чё-то... Та тобі, о, смотри, ти... как я сделал. А ти що, це вообще, це що-то... Да, зараз я спущу мост і тебе просто розчавить. Давай, я готов. Так. Нажимай. Опа, видел? Ну, ладно. Пожертвував собою заради спільного блага. Не, ну мог не умереть, но так получилось, що... Красавчик, не, нормально, молодець. Ти молодець. Так, едем дальше. Наша любов іде. Так. Ого. Так, время надо выставить. Мне треба на секунду паузу. Так. Так, тут теж якийсь годинник. А, вот шестеренки. И мы должны... А, вон время-то накрутить. Все, я понял. Так, у тебя... Что ты крутишь? А, дивись, треба накрутить час такий же, як... Я ж тебе говорю, вон время стоит накрутить. Так, це я ага. Тебе подказую, а ты мені сперечаешься. Угу. Вот ты крутишь. Ты что, не бачишь, где-то маленькая стрелка? О, наконец-то. Щось крутить. Честно, ці... Ці психи. Нет, куда они? И как мы теперь за ними пойдем? Коди, хватит ныть. Давай найдем другой путь. Я не Нейл. Так, это начинается какая-то Алиса в стране чудес. Блин, а там 100% была какая-то гра на том уровне. Это спешить воно куда-то. На каком уровне? На том, по переднему. Я хотел пограти там. Я побег сюда. Ну, то беги. Я забыл, как ускоряться. Как ускоряться? А, вспомнил. Так. Давай. Белочка. Пам-пам. О. Ты ногами, а я руками. Ага. Наш работал. О. У-у-у. Вау, какая огромная часовая башня. Это туда мы пойдем?
Совершенно верно. Но чтобы попасть сюда, вам придется раздать загадки малых башен. Uno, dos. Ясно? У меня идея, почему бы не пустить нас в большую башню сразу? Ага, нам нужно в наше там... Не нервничай, Мэй. Время всего лишь иллюзия. Есть только сейчас. Кья! Чувствуете? Нет ничего, кроме сейчас. Все происходит сейчас. Чувствуете? О, да, я чувствую. Чувствую сильное раздражение прямо сейчас. Сейчас! Эй, книга! А что за странная сфера такая? А, это, друзья мои, вам придется выяснить самостоятельно. Эй, Коди, у меня есть идея. Мы можем использовать этих птиц. Ладно. О, я це пам'ятаю, це офігезна гра. Те, що та щас буде... Ми зараз будем з тобою літати. Я могу рывок зробити, та ты шо? Так, я лечу на какую-то точку. Я вижу, что-то его... Что-то его питает. Тут начинается Хогвартс Легаси. Летаем на Грифоне. А, не, мы должны в одну точку, наверное, прилететь. А, мы... Почекай, я тоді до тебе підлечу. Походу, их можно только якось разом, да, там? Не знаю, я вон бегу на утке. Как с ним сползти? А, вот слез. Так, и Мекру должен что крутить? Кручу. Почекайте, но без тебя это бессмысленно. Я с тобой разом крутить. Ты. Кажется, ты давай. Крутишь до лампочки. А я хочу крутить. Да, крутить. Да-да-да, все правильно, давай. Лети. О, орел. Да ты что там летаешь так долго? Ты что, блин, не видишь цель или что? Я насолоджуюсь. Иди сюда, так... блин. Да почекай, блин, оно все так подглючує жестко. О, ты шо? Подглючує. Давай. Ну, почти. Господи, у тебя птица поломана. Да, что-то так прям воно, типа... Что-то вообще какая-то оно у тебя. Ставим другую дочку. Не бы цей... А можно якось по гарантии повернуть их на нову поменять? Так, что мы делаем? Все, мы спускаемся в подземелье. А, это один из двух уровней был. Я понял. Ну ладно, так. Жуткая пещера. Давай, скорее отсюда выбираться. Там мы до куса пришли. Сначала надо решить головоломки. Так, что тут за головоломка? Бджола, місяць, кіт і пташка. І що? Какой-то должен быть там это, идем. О, я могу что-то сделать. Ахалай-махалай. Теперь ставь туда свой этот. Ага, молодец. Так. И... Давай, перемещайся. Ах ты жук, а я? А ты там почекай. Психованы. Так. Так, шо мы не робить? Шо я бачу, пока... дивись, іди туди, іди на оту фігню. На шо? З... Ні, тобі до мене не треба, ти сюди ставай. Ага. Окей, так, по первому времени, значить, перший у нас бджола, да? На годину. Бджола, година дня. Бджола, єсть, на бджола. А ну, стоп, а ти натиснув на неї, що ще не... Так, далі птичка, свинічка. Да, давай птичка. Дві години дня. На три часа, он, подожди, на три єсть у нас? Три немає, три години нету. Немає, да? Єсть чотири. Котик. Дивно, до речі. Ну, давай кота. Котик. Потом на п'ять місяць. На сім собака. Угу. І на дев'ять сонце. Почекай, да, да, це останнє. Оп. Молодець. А тебе що, открылись те же ворота? Ні, тебе другі открылись. Ще ми сейчас с тобой встретимся, а, мы сейчас с тобой встретимся. О, привет! Привет! Все, поднимаемся. Вот это, конечно, загадка складная, капец. А, это все? Это была первая загадка? Это для первого класса было только что, типа? Якое время идет первым? Что, все? Это что за... Да, все. Бабайки повылетали. Это осы? Нет, это не осы. Такие светлячки. О, нормальные светлячки. Почему светлячки с начиночкой? Мэй, не нравятся все эти странные огоньки, опасные они какие-то. А, верно. Мы можем их использовать, но для чего? Чтобы уничтожить вот это.
А, ясно, брати їх і кидати. Брать кого? Ладно, потім розберемося. Мені взагалі кого здається, брать? Що треба спустити. А там уже и немає, мабуть, ну добре. А вон они летают. Так, и... Так, схватил. Ага, и нужно прицелиться. И метнуть бомбу. Ой, класс, то что мне подобается таке. Пошел Хогвартс. А, почекай, тут спочатку треба стріляти не по самій сфері, а стріляти по цим штукам, які да її лікують. Та ні, я вже поламав, все. Все, тепер летим к ній. Тут є какой-то смысл? Ні, наверное, на другу тебе убить, тепер другу сферу. Блин, що в мене, чому не... У тебя разряжається, наверное, этот... Да, щось прям мені не подобало. Ні, до мене він стає на підзарядці весь час, щось його так прям... Ні, у мене все нормально працює. Ні, у мене вже... А другий ми... А в тру треба пройти, йдем. Да, все виявляється не так просто, да. Скидую свою какаху. Ну, щас я пульну. Оп, я приземлился. Я готов. Щось там маслає. Так. Загадка номер 2. Наверно, така ж сложна, як і перша. Ага. Ну, ага. Так точно не треба. Так. А, я зрозумів. Що ти поняв? Зараз, секунду. А, я бачу, ага. Понял. Ага. Все, зараз буде. І оп. О, блін. Так, і... Оп. Ага, так, тепер що-то у нас... Ага. Так, що-то я можу зараз тут создати. Я можу создати мост. А-а-а. От іменно, мост для тебе создав, вообще-то. Так. Дальше. Что ты стоишь там? Что значит этот треугольник? Может, я на него прыгну, как будто треугольник? Значит, чекай, от так зараз правильно, значит, и... синее, потім трикутник горить, потім червоне, і потім мені треба буде встигнути добігти сюди і зробити знову синє. Все, зараз. Починай бігти. Куда? Ну, як тільки потрапить на синій цей, значить, ага. Шматочок. Окей, єсть. Далі біжи. Єсть. Як на раз, два, три. Єсть. Давай. Так. Красавчик. Так, я что-то теперь замерло синий или что? Ага, теперь да, давай, я тебе сейчас буду делать. Теперь ты мне так само, давай. Да, будешь? Да, так это... Ага. Ого, ничего себе ты... Ого, ты... Ну, практически... Все. Подожди. Так, значит, я тебе синее. Давай. Давай на синее, я держу тебе. А, воно, ты зупинив взагалі. Да, давай. Прикольно. Так, раз, два, пошел. Да, короче, ты прыгай, да, а я буду сам. Ты прыгай, сам подстроюсь. Так, подожди. Бляха, муха. Подожди еще раз. Так. А подожди, говорю, я отстраиваю, давай. Швидше! Так, у нас там красных два раза. Раз, два, давай. Так, пожди. И на второе прыгай. Так, и дальше треугольник. Есть. О, молодец. А то, что не врываешься в грудь. Вообще, блин. Так, где я? Ага, бачу. Все, второе задание прошли. Крути бобину. О, ну зараз розбомбити цю штуку залишається, ясно. В принципі, і ми ослабим то поле. Так. Полетіли, в буквальному сенсі слова. Взагалі не складна гра, якщо чесно, тут прям якось так. Несподівано легко. Ході наша птічка. Тип-цип-цип-цип. Ага, єсть. Так. Ну, пошли. Цілься, огонь!
скинуть гранату. Скинул. Еще раз. Готово. Це? Я хотів би стріляти. Теперь летим к базі. Скидую яичко. Я зараз бомбану кудись. По входу чисто. Так. О, молодец. Так, що там ми тут? Ага, їх підняли. О. Это получилось. А ну нажми на паузу. Так. Теперь надо... О, грифон сидит. Нужно. Ага, я понял тебя. Ага, если ты по одной стороне, я по другой. Не все так просто. И ты должен, типа, наверное, как-то мы должны вместе с тобой. Так. Почти, что-то у тебя, у меня ушло. Твое опустилось. Ты должен был держать, а не уйти. Валера, запрыгивай. Так, значит, что-то мне треба тут запрыгни, зробити. Валера. И крути куда? Свою опять, оно опустилось. Ты думаешь, да. А дальше? Не, 100% не все так просто. Не. Прыгай. Ну и что? Прыгай дальше. Все. 100% что-то не то, блин. От я думал, что треба как-то там телепортнути, что-то такое. Все так просто, так банально. Так. Мне этот звук не нравится. Нам обязательно... Да нет, мы отсюда никогда не выберемся. Так. Перезапустил, чтобы по звуку было всякие. Эй, стена движется, что ли? Да, бежим! Некуда тут бежать! Но если даже и некуда, то, наверное... Так, сейчас я пока бегаю. Пока не понимаю. Пока... А, мы потом будем бегать по крыше. Так тын-дрын от стенки до стенки. Нет, ну ладно. Думаешь? Не, навряд. Я не понимаю. А ну зараз. О! Але ще тут треба робити. Останови! О, молодец. А, ты ж телепорт мог поставить, потом оно переместилось. А ты жук. То есть от тебя все зависело. Я как бегаю, как дурачок, блин, вправо-влево. Думаю, что мне делать пузатому? А там все от тебя зависело. Так, я здесь, давай крутить. Way, давай, о. Другую сторону, Коди. Ох, цей Коди. Карусель. Кто успел, тот присел. Это лифт. Чудесный лифт. А наши фигурки до сих пор катаются? Все, Марио, о, началось. Пошла игра. О, это мы каком-то в каких-то часах? А, это мы же в этой башне. Почему ты всегда во всем ищешь смысл? Ну как же, должен был понять, но не ты. А если просто нельзя объяснить? Каждое событие, которое происходит в жизни. А мне нравится... Что-то не нравится, что-то нравится. Я не прочитал до конца, ну ладно. Опять крутим, да? В другую сторону. От Мэй, в другую сторону. Давай, крути. В другую. Ты в какую крутишь? О. Карусель. Кто успел, тот и сель. Так. Дальше. Оу. А ты шо? Оооо, ничего себе. Так. А вот и наша любовь. И какой-то рыцарь. Не видите, что надо против него махаться? Он мне не нравится.
Тут ключі треба десь знайти. Ключі. А що у нас тут? Так. Ой-ой, оце я даремно туди. Я запрыгую туда. Там тебе... О, ты куда-то поехал. И что там? Ничего цікавого. Окей, вон, идем. Первая, вон, вижу карусель. Карусель, карусель. Поехали. Тихо, там что-то время. Так, ну шо? Відматуй час назад. Это у нас что? Ага, типа тут рассыпется, тут ты перепрыгнешь. Окей, это пока нам не надо. Мне здесь отсюда треба. Оно, ключ. Двери какие-то, подожди. О, запрыгивай. Можешь тык-тык-тык-тык по стенкам прыгать? Здесь. Давай. Можешь, отлично. Дальше, иди теперь сюда. Так, значит, смотри, я сейчас переместил, давай. Так, и... готов? А раз. Прыгаешь в ту сторону. Побачу. Прямо. Да. Давай. Раз. Пошел. Есть контакт. Так, это получается, если отпущу. Да, ты стоишь. Дальше вот та штука. Надо поднять, чтобы ты пробежал. Это чтобы ты вылетел, наверное. Да, да, да. Зараз. Готов? Я просто тут стою, а ты меня запускаешь. Давай, раз, два, три. Так. О, крути бобину. У меня тут тоже что-то непонятно. А, ну ладно, не важно, что там мне было. У меня там были какие-то ножницы. И я их... Ага. И дальше что? Зараз, секундочку. Я уже тут все, зараз, зараз. Почекай. Стой, подними, подними. А, ты должен стоять внутри. Угу. Давай. Вот ты магия. Поднимай. Да ты шо, просто фиксик. Угу. Все, первое есть. Побегли. Так, это первый ключик у нас. И второй. Ага, в другом конце. Пошли. Подожди. О. О. Это сука чает. Ой-ой-ой, ты шо? Так. Хить. 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 Тут ничего сложного. Хить. Максимально. Это точно уровень для взрослых? Пока что да. Ладно. Идем так, а дальше. Тут далее уже без твоего вмешательства не обойтись. Давай. А что такое? Так, сейчас будем смотреть. Часики свои. Подожди, вон ключик там в конце. Ага. Я думаю, треба почати от звідси десь. Так, подожди. Подожди, о, подожди, молодец, подожди. Давай, 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 крутой сюди. Так, раз. Давай теперь туди мене. И так, вот ты стоп. Должен будешь прыгнуть и... Почекай. Почекай, почекай, почекай. До максимума докрути. Да. Все, відмотуй назад. Ах ты жук. Стоп. Оп, я вижу. Я ж смотрю за твоей поехали. Камерой. Ах ты какой прям этот. А-а-а. Колдун. Создавай. Ах ты колдун. Так. Ничего сложного на самом-то деле. Взагалі, взагалі, легко. Подожди. Ага, есть. Так, давай теперь сюда. А, стой, тут, мне здається, просто треба перестрибнути зараз. Наверное, да. Уже на чересчур выделываться. Так, ну, да. Подожди, тут мы, получается, если вверх поднимемся... Это максимум, да? Да, сейчас, подожди, я смотрю, что у нас тут есть. Так, ага, ага, все, все ясно, да. Создавай копию. Наверху самом. Да. И поехали. Так. Ну, тут ты просто так. Прыгаешь.
И що? Подожди, і що? Я послухаю. Да, далі я спробую знову, мені здається. Не уверен, хоча, подожди. Покрути, покрути. То зараз буде. Ну да, вниз теперь прыгай. Так. Дальше. Не долетишь, долетишь, не по... Подожди. Долечу. Долетишь? Ладно, ты тихо, чё, тихо, ниндзя? Тихо, 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 тихо. Так, стоп, тепер я забігаю сюди, мені здається, тільки... А от що далі? Ні, слізь на секунду, да. дай я посмотрю, да, що ми можемо. Ага, вот так ми можемо прокручуватися. Бежу, 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 бежу. Давай. Так, в центр рух зараз, секунду. Так, ну запрыгуй. Давай, все, я погнав. Чисто я включаю режим белки в колесі, давай. Тебе нормально видно? Да. Да, супер. Так, це чуть быстро. Мабуть, отак. Це все, да? О, стоп, ні, стоп, я стоп. Ще кручу. А, ну давай, 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 да, уже до цього. Все. Ти. Взагалі, просто. Ну, перші рівні були набагато складніші, правду кажучи. Так. О. Нормально тебе, тут ещё даже создало тропинку, как вернуться. Угу. Хейтеры скажут, что мы читеры. Так, а теперь вопрос. А мне вернуться тем же путем, да? Угу, я понял. То есть я как... Валерий по-нормальному, а мне как бы уже извините, да? Угу, я понял, ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Так, шо мы, куда мы, ага. Валера уже на месте, я понял. Да, я тебя уже давно чекаю. Так, ну давай крутить. О-о-о. Так, мужчина жахнул. Угу. И опять ты упал в ту мышеловку свою. Так. Она там не просто так, я тебе скажу. И ой, не вторая. Я понял, зачем она. То вот скважина. Вот что ты постоянно в нее падаешь. Там не докрутили или докрутили? Он уже не крутится, я понял. Идем. Ставим в дюрочку. Давай. Ну куда ты пошел? Ты думаешь, что еще раз треба цей покрутить? Да. А-а-а. Ты диви, яке. Валер, точно в нее играл? Ти диви-ка. Слухай, ти... ми з тобою через рік в неї пограємо, розкажеш мені, що ти пам'ятаєш. Так. О, якийсь бик. Він мені вже не подобається, цей бик. О. Бичара. О. О, а це у нас бос. Коріда. Так. Ой, наживаю, а ні. О, який злий бичок. І? Я прям себе десь на троєчці. Я не вижу, ти. Ого, диви, як він мене одразу, ти чо? Ты что делать? Что с ним делать? Я могу время затянуть. Подожди, я могу время... А, я сдох. О, бок, бык упал. Подожди, там что-то можно по времени делать. А что он даст? А что я делаю? А, дивись, дивись, дивись. Нам треба його заманювати, і ти на нього зверху буде падати отой бик мармуровий. Так він не падає на нього. Крути! Крути, Андрій, роби щось! Ну вот. Ааа, так, стоп, 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 стоп. Блін, він не дає подумати. Я не понимаю, що тут красне? Вот горят глаза, і що? Може, должен наступить туда он? Блін, який він психований. Мне кажется, ты должен создать там копию. Так я вже створив, я тільки далі не розумію, що робити з нею. А ти можеш відмотати тепер назад? Да, вот. Ні, воно там якось, типа, щось ще було змінювалось, чи ні? Ну, загорається, я вот. Я зрозумів. А ну, зараз, 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 зараз. Ти должен, наверное, переміститься в другую точку. Штуку. Да. Ты не понял, что нужно делать?
Ну, в останній момент відхилитись, і він має гукнути. Ні, поставь какую-то левую точку, просто, блін, поставь где-то себя. А, все, я зрозумів, зрозумів. Його будуть біжати, переместися. Да, все, тепер йди туди. Давай. Я чомусь вирішив... Блін, ти подиви, він реально не дає подумати. Я так зрозумів, вони вирішили легкість цього рівня компенсувати цією бичарою. Так. Все, видишь, он готовится на старт и... Вот. И красавчик. Вот это ты подсказал. Теперь еще раз так же. Он готовится... Он охотится за тобой, по-моему. А, нет, уже и за мной. А, бля. Ой, там что падает? Подожди, закачиваю. Так, давай. Ага, да, я понял. Да, почекай, меня снова завалил. Окей. Так. Закрутил, ставь любой точки, да? Беги. А, он меня тебе подкинули. Да, вставай, так, он готовится на старт. И... Есть контакт. Супер, шикарно, просто шикарно. О! А вот теперь мы будем его этой штукой валить. Ага, давай. Відмотай час назад. А сейчас он меня, блин, сейчас отмотает, секунду. Ах ты, блин. Так, не сдохни. Есть. Так, давай. Блін, ти ж поспішив. Ах, ти ж падла. Ой, на. Хорош. Це ти зробив? Ну а хто ж ще, блін? Красавчик! Просто красавчик. Хто ж ще би йому наваляв? Ну він такий бешений, да? Тупо так. Бешений. Ну такий, да. А ну, починай крутити час. Крути, 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 крути. А, крути, крути, о. Подожди. Да, я с тобой стану. Так, все. Ага. В дырку залетай. О. Так. Щось я не зрозумів. Хоча, якщо я стану на цю штучку. А ти до максимуму докрутив ці штуки? Да. Ага, так. Угу. Що мені... А ну трішки нижче, на секундочку. Ой, вище. Так. Зараз, так і потримай, будь ласка, секунду, я до тебе повернусь. А зачем? Або я мені далі не було куди. Тебе, ну, а, в дырочку? Типа... Не думаю, блін, щось тут не те зараз. Не долітаю в дырочку, вони просто не залітають туди. Попробуй ще раз. Знаєш що? Потім треба голову бика підняти і з неї запригувати туди, мені здається. А ми не можемо голову бика підняти? Можем. Як? У мене голова бика не піднімається. Не керується, да? Ні. Голова лежит и лежит. Mm-hmm. Тебя, может быть, какой-то дубликат нужно запустить. А, подожди. Стой. Все, я зрозумів. Супер, давай, зараз. Відмотай назад. Ще нижче. Ще нижче. Супер, чудово. Так, зараз. А, так а тут. А чи треба дублікат взагалі? А ну піднімай. Максимально наверное, високо да. Піднімай. Щас упадеш. Блін. Просто я не. Ну давай ще раз. Почай, якщо я пригну. А, ні, мені так не можу пригнути. Ні, піднімай, там 100% в цьому причина, просто треба роздуплити, що робити. А, вона стає, типу. Угу. Ну, окей, давай я ще раз туди спробую, подивлюсь, що там. Ні, ну до дирки я тієї точно не долітаю. А якщо я... Да, так, порухай його туди-назад, воно зараз десь на... Я думаю, що воно... Ні, 100% треба тут відповідь шукати, воно... Та йосип твій дід.
Що, на голові у БК? Ну да, я думаю, що відповідь на голові у БК, але треба роздуплитись. Ну ти туди запригиваєш, да, потім ти стоїш здесь. Ти, мабуть, спускаєш все назад. От. Та йо-моё, що, блін, отут, ну додіки, їм було важко зробити, щоб там не було цього бага, якого не видно. Давай ще раз. У нас низька, блін, як диви, просто. А ага, як я перший раз застрибну? Ти коли став на саму эту штучку. Mm. Значит... Давай сразу опущу ее, подожди. Залітай. А больше там не за что зацепиться? Да немає, о там з'являється щось, але да, я не вижу, можу. Да я вижу, ну это долучити. Потом, это надо зайти сначала, да. Да, да. Теперь подожди, отпустил. Вставай на эту штуку. Вот, ты спускайся на нее, да. Потом, давай так, еще раз. Я повильно, могу дуже только... повильно поднимай. И что это тебе дает? А попробуй, когда я подниму, встать на ребро. Давай. Готов? Давай попробуем. Ты можешь создать дубликат здесь? Да, создать дубликат на всякий случай. Если что, быстро перемещаться можно будет. Понял? Ну да, давай спробуем. Давай, оп. Mm-mm. Надо было тебе хоть чуть подпрыгнуть. Не-не-не, я не думаю, что это в этом. Это реально дуже складно. И воно ладно. Ничего не дасть, знову ж таки. Подожди. Слухай, а что это за годинник тут висит на середине? Может, он как-то залученный? Пожди, стой, переместись еще раз. Стой, пожди, стой. Пожди, где ты там? Да. Создай копию. Давай, пробуй. Вот. Так, подожди, посмотри на часы. На часы посмотри, если что вдруг. Так, ты стоишь на ребре. Ну-ка, давай, давай, копию, которую. Ну, попробуй залететь. Ну, ни хер, ты не залетишь. Да, не хватает. Значит, суть, значит, суть не в этом. А, часы... Да, а будильник ничего нам не дает. Опущу. Ты упадешь. Ну да, да. А ну зараз. Тох ей тут плюханить, блин. Так, а ну. У нас больше точно тут ничего немає. Я ничего не вижу. Легка гра, легка гра. Вот тебе, будь ласка. То есть тут затянуться. Запрыгнуть, запрыгнуть. Ну да. И та хрень вверху. И голова не поднимаю. Не, я ничего не могу вообще поднять, кроме этого. Так, ну что, давай. Перемещаешься еще... снова туда? Да, сейчас. Давай будем там, значит, шукать. Да. Пожди, 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 ну часы. Ты а ну дай я в бік годинника стрибну, можливо там за... воно з'явиться за що зачепитись? Ні, нема. Mm-mm. Так, назад. Переміщайся. А если в сторону часов полететь, що буде? Ну давай спробуємо. Нічого. Угу. Так. Шо ж тут может быть? Голова БК лежит. А как мы можем туда вообще пройти? Ну мы должны типа в ту дырку залететь как-то, правильно, типа? Судячи з усього. Але я ж, ну, блин, мені здається, зараз ми як прозріємо. І все одразу стане зрозуміло. Але поки що. Може, где-то дублікат, ну тут нічого не происходит. Блін, може ти маєш мене, типу, з розгона туди запустити, поняв? Так, відмотати назад і різко вперед, і я підстрибну. Ну, типу. В смысле? Ну, от відмотай назад, а, блін. Ну. Ти сильно низько опустив. Да, нет, тут поднимем. Скорости нет, тут скорость не такая, да? Чтобы ты улетел. Нет, тут вообще, это что-то за скорость, ты смотри. Ты запускал меня той штукой. Да, не. Что-то может не надо на чем-то стоять определенном. Подожди, а если я... Стоп, а если я подлечу... А если к часам подлететь? Не, к часам подлететь я не могу.
Просто нахрена мне это по кругу, вот непонятно. Вот зачем это все? Если можно было встать на самую крайнюю и не париться. Так, 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 я даже за это думал, я такая штука. В чем логика? Я туда тоже попасть не могу. То есть, история не в том, что я могу туда запрыгнуть как-то. Я туда запрыгнуть никак не могу. Ой, мне... А ну... Блин. Наверное, нам придется искать подсказку в интернете. Не-не-не, давай еще трешки це. Не-не-не, принциповый, ты шо? Ми тут хейтили, казали, що дитяча гра, ти що? Ні. Ні. Ми зараз все зможемо, давай. Я взагалі поки нету мислі. Ну, тобто, там завжди це може зацепитися. Ну, ні, туди ми не залітаємо, це логічно. Зараз. Хорошо, ну крутись, просто висі на ньому. Та ні, треба було крутитися просто. Закинься обратно. Перемістись, ти є там. Ну так, все, крутись, просто крутись, просто крутись. Ничего, да? Давай еще раз переместись наверх. Да ты можешь переместиться там на ту точку. Задай копию, и ты можешь падать, зацепиться. Да. Так, подожди. И вот я... Блин, ну... Ага, оно снимается, срывается, когда я начинаю крутить. То есть долго не можешь на ней висеть. Так, а ну, еще раз підсади мене туди, наверх, на той камин, чи что-то такое там. Да-да-да. Слухай, може десь все-таки... Блін, треба подивитись. Та ну щось нічого не видно. Десь... Я впевнений, що тут щось очевидне. Ні, давай не будемо здаватись. Блін, я ще й втратив тепер збереження там. Ну добре, це не принципово. Воно все одно там нічого нам не дає. Ти точно БК не можеш, да? Ти все перевіряв, 100% ні. Може, нужно не сильно високо підняти. Вот так. Ну, це ніхрена нам не дасть. Так, а ну крути туди назад, от пару разів прокрути мені, я хочу з свого ракурсу подивитись, може я щось побачу. Та ні. Так. Давай ще пару хвилин, якщо ні, то будемо шукати, звісно, але мені здається, що тут з нас люди просто ржуть, бо щось десь тут настільки очевидне має бути. Ну не знаю. Просто падает чисто для того, чтобы прыгать, цепляться. Но если я опускаю... От в тому, навіщо воно нам оцей шлях вибудовує, якщо ми, в принципі, можемо одразу на ту стати, на основну? Ну, може думати, що... Ні... Не знаю. А ти підходив до цього символа годинника? В тебе тут нічого не з'являється? Та я думаю, ні. Да, я побегаю. Там, ну, оно показывает одно только время. Не-не-не-не. Оно светит только здесь. Блин, может ты можешь как-то... Мне кажется, надо что-то сделать с твоим дубликатом. Але що? Ну давай, поднимай. Поднимай еще раз, блин. Слухай, ну это прям уже чисто спортивный интерес самому здогадатись, насправді-то. Так, ну от з'являється цей канат. Ну, блін, ну... Стоп, а що? А тут навіщо? Блін, годинник як стоїть на місці, так і стоїть, правильно? Він нічого не робить. Так, а ну нажми на секунду паузу. Походу криворукі такі, ну я не розумію, ну давай, так. Давай пій. Так. Я поки Снежку... А, почекай, не включили запись. Раз. У мене все включено. А, блін, сорі. Все, я вот. Давай, пока поехали. Я отходил, Валера решил посмотреть и понял, что все-таки криворукий он. Сейчас мы поймем, в чем Валера криворукий. Итак, Валера, удиви. Просто, разумеешь, мы занадто разумны для этой игры. Ну, я типа...
зараз. Ну. Ні, ну блін, там прям все було просто. А ну зараз. Може трішки нижче мені треба? А можеш мене спустити трішечки нижче? Вот. Так, а в чому, якщо ніже, так ти наоборот не можеш, типа... Ну я думаю, мало ли, може вона ближче якось... Блін, він якось взяв тупо і застрибнув. Я не розумію, блін, в чому прикол. А ти можеш прыжок-прыжок і переміщення вперед, да? Ну я так і роблю, я на такий раз, два... І коп... Валера, Валера! Валерий Валерич, блін, ёперний театр, вот... Тобто банально просто нужно було питатися з 35-ї попитки. Ну воно не так просто, друзі, напишіть в коментарях, хто грав. Воно якось, ну, абсолютно нелогічно. Дивись, де ми стоїмо? Ми стоїмо взагалі на як... Блін, ну воно якось тупо все. А ти нажимав прыжок-прыжок і ще в приміщення, да? Я натискав цей, значить, хрестик і двічі квадратик, я не розумію. Ні, нужно хрестик-хрестик і квадратик один раз. Так, отак, все, типу, отак я і робив. Прыжок-прыжок і квадратик, от. Так. Отак, да? Да. Ну... Типу, ладно, то есть на самом деле какой-то прям великой загадки там не было, оказывается просто нужно было Валерия. Пошли. О. Да тут ничего сложного. Ты что, не можешь пройти? А не, я думал, я, а ну зараз. Ну вот просто беги, не, я думал, и все. Бачишь, я завжди все ускладнюю. Все насправді набагато простіше. Просто бежишь и все. Вон, кстати, даже можно на ускоренной. Так, а вот тут что-то у нас. Але эти штуки рухаются не просто так. Хм. Ладно. Это головоломка. Так, смотрю на нее. Мне кажется, что я маю чіплятись на одну, потом перестрибувати на іншу. Да, твоя логика была верна. Хоть десь спрацювала. Хоть где-то, да. Моя логика. О, что-то здесь у тебя, что-то тут у тебя. Ловы люстру. В смысле лови, она сейчас разобьется. Ну да. Прям на меня упала. Так тебе она и треба. Я умер. Теперь ты стоишь туди. А не, я не умер. И поднимаешься. Прикол, як даті шматочки склеїлись. Клас. Так. Так, а як мені тепер не здохнути? Ура! А ну нажми паузу. Так. Продолжаем. О. А как ты туда попал? Подожди, а я шо? Я сто... А ты, Гаврик, иди сюда, бля. Бежи, я без тебя не пройду. Бежи. Да, конечно. Просто бежи вперед. Копию создай, ты, блин, просто бежи вперед, блин. Блин, ты что, проходимец называется, блин. Что ты будешь работать? Копию тут создай себе и прибеги вниз. Блин, тупо ничего без меня не может. Блин. Он такие уже... Повалил называется, блин. И тут его чекает. Давай, бежи. Стоит бежи. Он там, ждет, блин. Бежи, море погоды, базар... блин. Будешь базарить? Да базарився? Ну ты, блядь, придет тебе время, блин. Бач, я можу допрыгнуть спокойно. А, я забыл копию створить, почекай. Валера, блин. Блин, честно, ничего без меня не может. Дурик! Це, я режим Sailor Moon включив, давай. Бежим. Sailor Moon, бля. Побежал, блин. А шо, ты беги, главное. Прыгнуть нормально он не может. Что-то прыгать, я уже не знаю, блин. Я не знаю. Ты что наробил? Что произошло? Так, а что это? А, теперь тут треба нам якось, типа... Ну, просто прыгать, что-то сложного. Да! О, уже не та. Там там та да 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 там там та там там та да 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 там там та там там та ничего сложного там та да 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 та 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 ого ого лучше на краях ого ого ай блин что с початку не сначала
Там-там-та-да-да-дам-там-та-дам-там. Нам нужно быть в разных точках с тобой. Не умирай, не умирай, ты сможешь, не умирай! Ну! Я ж просив. Давай, ты в одном углу, я в другом. Посижу, у нас смерти хоть не раз не сразу были. Да, ну, это нормальная стратегия. Беги в другой угол. Да, и там вот стой, прыгай себе. А я здесь. Да, что ж ты будешь работать? Ничего, я тут тебя это. Да, дякую. А где я? А, все. Так. А чё так мы замедляемся? Ох, прям как. Уф. Почти. Почти. А что ж такая музыка напряженная еще? О! У нас получилось! А, самое время дошло! Слушай, давай вот на этом месте мы с тобой закончим. На такой прекрасной ноте данный выпуск. И уже в следующей серии продолжим нашу чудесную игру, думаю, уже с большими усилиями. Ребята, будем надеяться на ваши лайки, комментарии, подписки. И встретимся в новом выпуске. Всем пока!